25 ноября. Через пару дней ожидаются сильные морозы, это 25 что-то там. Поэтому сегодня я решил заняться заготовкой черенков. Это у меня хабаровский абрикос. И вот сейчас срезал. Вот. Вместо среза лак-мастик, долматово замазано. Приросты длинные. Сейчас я покажу, что я срезал. Вот. Нежелательно, конечно, абрикос обрезать, но нужны черенки, поэтому вот вынужденная мера такая. Вот они приросты какие на этом дереве. И то я самый крупный уже срезал, а вот эти вот тоже, вот они как хорошие приросты. А вот черенки я нарезал. Вот такая длина, где-то сантиметров под 80. Но здесь я по методике Железова делаю. То есть такой авторитетный человек, садовод из Саяногорска. В общем, он радеет за сады, чтобы в России все это росло хорошо. Поэтому по его методике, допустим, берется вот этот, то, что побег я его срезал, где-то у него где-то метр длины. Но самое ценное вот именно в самом начале идет, вот до, ну, черенка 2-3 тут можно срезать. Остальное уже как-то не используется, не должно использоваться. А вот нечестные люди, они все до самого конца обрезают и посылают людям. В итоге получается недобросовестные, типа как продавцы.